Спорт для всех. В Челябинске появились тренажеры для инвалидов. Первую специализированную площадку открыли в парке Калининского района. Конструкцию уже протестировали местные жители. Еще раз попробуем. Бери. Да. Все равно я по-любому. Тяжеловато? Нет, ничего. Круг не делай по-любому. А круг не надо делать. Вы просто смотрите, выжимайте на выдох. На подъем вверх. Выдох. Я как мама говорю нормально. Выдох. Мам. Вот еще. Вот еще один разочек. Отлично. Все. Все, так, хорошо. Все, Денис, держи вот этот. Да. Ну иди, отъезжай. Упражнения Елене даются непросто, это понятно. Челябинка никогда не ходила в тренажерку. Теперь сможет заниматься прямо возле дома. Вот работайте плечами. Плечо вперед, лево, право. Все. Вот. Еще. Вот работают мышечные группы. Все, мы теперь обводим своих инвалидов-колесочников. Вот есть у нас, ребят. Мы вам инструктору дадим. Новую площадку Елена приехала протестировать вместе с мамой. Из-за сложного заболевания женщина почти всю жизнь провела в инвалидной коляске. Пару месяцев назад обратилась в мэрию с просьбой установить уличные тренажеры для людей с ограничениями здоровья. Нам, инвалидам, надо двигаться. Дома мы засиживаемся. Хочется и двигаться, и общаться в то же время. И очень, конечно, приятно, что быстро отреагировали. Тренажеры, я думаю, подойдут, потому что надо немножко на них адаптироваться, и все будет хорошо. Спасибо вам большое за все это. Хочется сказать еще большое спасибо Котовой Наталье Петровне за то, что она быстро реагирует тоже на просьбу. Допустим, я сколько раз просила, чтобы сделали низкобордюры. Люди быстро, с администрацией быстро реагируют на мои просьбы. Тренажеры чиновники выбирали с местными активистами. Здесь живет достаточно много инвалидов-колясочников. Установили разнообразные конструкции и снаряды, которые работают на разные группы мышц. Конечно, как управление спорта, сразу эту просьбу взяли в работу для того, чтобы создавать все-таки в границе города Челябинска одинаковые условия для занятий физической культурой всех категорий жителей Челябинска. Поэтому данная площадка, которая здесь появилась, я думаю, будет пользоваться спросом. Будут работать два инструктора как раз для того, чтобы консультировать людей с ограниченными возможностями здоровья по подбору нагрузок, правильности выполнения этих упражнений, ну и вообще для, так скажем, проведения каких-то мероприятий по своему оздоровлению. Такая линия тренажеров, отдельно стоящая, то да, действительно, это первое. Есть у нас тренажеры в общей группе уличных тренажеров, 1, 2, 3 тренажера, которые позволяют в том числе людям с ограничениями по здоровью подходить к этим тренажерам и выполнять упражнения. Но отдельная линейка, это первая вот у нас в парке Калининского района. Вскоре для челябинцев с особенностями здоровья откроют еще и универсальный стадион. Он появится в Металлургическом районе. У нас гимнастический городок для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это первый в городе такой тренажерный объект, уличный, да, где как раз вот люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься. По вашим поручениям, когда мы создали школу по адаптивным видам спорта, и у нас вот сейчас появились площадки тренажерные, как раз вот для людей с ограниченными возможностями здоровья, тут продолжение работы, чтобы у всех категорий челябинцев была возможность заниматься физической культурой. И в том числе вот для людей с ограниченными возможностями здоровья мы тоже уделяем внимание. Но вы здесь как планируете связать это с социальной защитой? Я к чему говорю? Понятно же, что из центра города люди сюда не поедут с ограниченными возможностями. Это металлургический район. Металлургический здесь, район. Да, да. Здесь учреждения соцзащиты рядом. То есть через них можно вам спокойно организовать какие-то вот эти, ну, временные рамки. Там, либо их же привозить все равно нужно будет. А у них есть, да, социальные такси и другие средства, как механизмы, которые им позволяют до сюда добираться. У нас в рамках нашей школы адаптивного вида спорта не только спортом занимаются, но как раз и оздоровлением большое количество людей занимается. И те, кто вот проживает на ЧМЗ, у них будет возможность здесь тоже под руководством инструктора спортивной школы по адаптивным видам спорта здесь вот заниматься. Тренировки уже идут. Подробности и расписание доступно на сайте спортивного города и паблика управления физкультуры и спорта ВКонтакте. Так, ребята, начали. Давай, семенящий, захлёст, подъем бедра, многоскоки, полумногоскоки.
Акцентируйте голеностоп. Спина прямая. Руки четко. Как настроение? Отлично. Захлёст. Так занимаются титулованные профессионалы. Впереди у спортсменов серьезный чемпионат. К нему долго готовился Александр Новичихин, суперзвезда в мире спорта. Он инвалид по зрению и с самого рождения ничего не видит. Но это не мешает ему достигать высоких результатов. Год выдался, я считаю, плодотворным, потому что и за этот год я съездил в Белоруссию, занял там 2 первых места, показал достойные результаты на 200 метров. Приблизился очень близко к своему личному результату. На 100 метров тоже разгонялся потихонечку. На чемпионате России успел выступить. Выступил там на 100 метров тоже первое место. Я считаю, этот год для меня проходит более-менее хорошо. Всегда спортсмен хочет по лучшим результатам выступать, но мудрый спортсмен отличается от глупого тем, то, что он понимает, то, что каждым стартом невозможно ставить лички. Есть какие-то определенные моменты, которые мешают или не получается поставить личные результаты. Поэтому я всегда стремлюсь к наивысшим результатам, а там как Бог поможет. В легкой атлетике, особенно в спринте, очень много факторов. Это зависит и как минимум от настроя спортсмена, либо же от погодных условий. Например, если ветер в лицо дует, то начинается силовой бег, который уже неблагоприятен, так сказать, потому что в силовом беге мы задействуем уже другие мышцы, бежим по-другому, техника ломается. Также дождь, мокрая дорожка, то есть очень много факторов, как минимум даже покрытие, по которому мы бежим. Есть разное покрытие, где-то оно мягче, где-то оно твердое, то есть от этого тоже зависит результат. Нашим спортсменам повезло, для них созданы комфортные условия для тренировок. Недавно на площадке стадиона Елесиной заменили покрытие, оно соответствует всем стандартам. Условия комфортные, спасибо, хотелось бы сказать, и спортивной школе, и министру спорта, потому что нас как минимум не выгоняют со стадиона, у нас есть время, в которое мы занимаемся, потому что я слышал от ребят из других регионов, то, что есть такие случаи, когда просто не дают спортсмену заниматься на стадионе, потому что там какие-то другие соревнования или же какие-то мероприятия. Поскольку тут человек, который не видит, ему нужен лидер, а это уже две дорожки. И это очень тяжело, поэтому на стадионе имени Елены Елесиной приятно, комфортно заниматься, бегать. И мне здесь нравится, очень нравится и выступать, и тренироваться. Поэтому этот, я считаю, один из лучших стадионов. Челябинцы с особенностями здоровья занимаются в школе по адаптивным видам спорта. Ее открыли несколько лет назад. Каждый год добавляем в свой актив количество жителей города Челябинска, которые занимаются адаптивной физической культурой и адаптивными видами спорта. Приведу пример в 2020 году. В 2020 году численность наша общая составляла 128 человек, в этом году уже 491 человек. У нас на сегодня 18 видов спорта, спектр огромный. Мы стремимся к тому, чтобы каждый человек, который имеет желание заняться адаптивной физической культурой, адаптивным спортом, был привлечен в тренировочный процесс, в выступления на соревнованиях. К нам могут обращаться лица, в том числе и те, у которых отсутствует справка по инвалидности, то есть ограничения, но нет справки об инвалидности. То есть мы тоже можем подобрать ту или иную дисциплину. Занятия у нас проходят бесплатно на спортивных объектах города Челябинска. Есть у нас специалисты, тренерский состав. У нас в планах построить спортивный зал
который закроет огромнейшее количество потребностей нашей школы, да, что на сегодня мы арендуем либо безвозмездно, либо на платной основе различные объекты. Спорт не дает людям с особенностями здоровья засиживаться в квартирах и проваливаться в депрессию. Они с удовольствием посещают тренировки, общаются с друзьями-атлетами и добиваются высоких результатов. Смотри, старайся вытолкнуть его выше и сам скачок сделать так, чтобы ты успел развернуться. То есть ты оттуда начинаешь, еще не развернулся, ты развернись, и потом уже ногой-то помогай правой. Правой ногой помогай и выноси руку. Ага, давай еще одну попытку. Старайся сделать, знаешь как, не на результат, да, сейчас работаем, а работаем на технику. Технически правильно сделай. Молодец, да, это было уже поинтереснее, да. Павел Царенко преуспел в толкании ядра. Сурдлимпиец начинал с веса 8 килограмм. Теперь берет все 13. В спорте Павел давно. В свое время играл в баскетбол. Выступал на серьезных чемпионатах. После травмы открыл для себя новое направление. Я попал благодаря трену Алешкина. И я хотел найти спорт, чтобы можно потренироваться. Я пишу покипарить на травме, поэтому я дальше играть в покипол не могу. И закончили спортивную карьеру по покиполу. И перешел в другой спорт, в силовой спорт. И вот я тут занимаюсь спортом по толканию, это тренировка. И походит 3-4 раза в неделю. Два раза в неделю мы походим на тренировку в тренажерном зале, там походим на силовую нагрузку, и два раза в неделю тренируем здесь, помещение и на улице, все зависит от погоды. Я участвовал в соревнованиях по толканию от среди здоровых, от университета среди вузов участвовал, много занял. Первое место и второе место, третий вузов. И будет дальше расти. Потихоньку, набирают больше обороты и рекорды, твои личные рекорды. В центре помогут не только с выбором спорта, но даже окажут психологическую поддержку тем, кто думает о занятиях, но почему-то отказывается от ЗОЖ будней. Адаптивные виды спорта, адаптивная физическая культура – это тот рецепт, который позволит психологически выйти на следующий уровень и по-новому посмотреть на этот мир. Во время занятий человек с ограничениями, да, по здоровью может даже забыть о том, какое у него ограничение. Да? Вот у меня, допустим, ноги нету, я когда бегу на протезе спортивном, я или прыгаю в длину, или вот там борюсь на руках, армрестлинг, да, вот какая-то активность идет, да, у организма. Мы даже порой забываем, люди с инвалидностью, о том, что у нас есть те или иные, да, там, сложности, да, по здоровью. Вы можете найти нас в социальных сетях, да, то есть ВКонтакте, Одноклассники, ВКонтакте набираете «Адаптивный спорт», город Челябинск, вы выйдете на нашу страницу, также вы можете напрямую позвонить мне 8-951-770-1018 и записаться на пробные занятия. Занятия проходят бесплатно.